давай, говорю. О, черт, что за хрень? Где я, боже прав? Ты пропустил все веселье, дружище. Основные силы морпехов играли в эту игру еще 9 лет назад. Ты конкретно опоздал для эвакуации солдат. Но мы еще можем вытащить тебя отсюда. Какая эвакуация? Ты кто такой? Я же минуту назад смотрел видосики на ютубе, а теперь я здесь. Где и как я вообще сюда попал? Рядовой, ты вступил в ряды космических морпехов США, причем сделал это добровольно. Это нормально, потерять память после ранения. Ты чё несёшь, мужик? Я ж мемчики смотрел. Да и вообще, я родом из Мухосранска. Какой нахрен морпех США? Короче, парень, так или иначе, ты здесь застрял. И только я могу помочь тебе отсюда выбраться. Все остальные либо уже давно улетели отсюда, либо остались на растерзание тварям. Выбирай, кем хочешь быть ты. А ты-то тут что забыл тогда? Я? Я высокопоставленный офицер. Ну... Короче, у меня ипотека, 2 кредита, нужно же как-то деньги зарабатывать. Вот, сижу, подрабатываю 10-й год. Мужик, ксеноморф это, конечно, страшно, но от того, что ты сказал, я теперь реально в ужасе. То есть ты вообще не помнишь, как сюда попал? Абсолютно. Вот я пытаюсь вспомнить, и ничего. Хотя, подожди, я начинаю что-то вспоминать. Простите, а мы точно в Сочи летим? Конечно, конечно, скоро посадка, вам не о чем волноваться. Твою налево! Это Аэрофлот! Они устраняют конкурентов, черт возьми! Вот повезло же наткнуться на приватный джет Медведева! Всем пассажирам занять свои места! Так вас будет легче опознать! Какая-то странная у вас авиакомпания. А ты чего ожидал от цены в 100 рублей? А вот при Сталине такого не... Женщина, Сталин умер 250 лет назад, и вам пора бы! Вот ведь молодежь пошла, а ведь раньше такого никто... Да ну нахер, лучше сдохну, чем буду это слушать. Я не договорила, сопляк. Да ёб твою налево. Ух, как прекрасный Чебоксары в это время года. Да, ребята, это еще не Сочи. Мы сделаем тут маленькую остановочку в селе Большое Бухалово и сразу же полетим на ваш 6-звездочный курорт. Мы пробудем здесь меньше 15 минут. Что вообще может случиться? Господи, у него кишки наружу. Мама, роди меня обратно. На самом деле тебе повезло. Ты не был здесь с самого начала. Вот тогда тут был настоящий ад. Итак, коллега, как продвигаются опыты по выведению девочек-кошечек? Прекрасно, сэр. Эту особь мы заставили посмотреть несколько видео от мистера Макса, поэтому отлично. Она готова убивать все, что движется. А что это по ящику показывают? Да кажись, Навальный все-таки к власти пришел спустя столетия. Ну-ка заценим. Твою мать, снова Роскомнадзор интернет вырубил. Гребаная изоляция Рунета. А замок-то у нас на Wi-Fi? Я как-то перехотел умирать от объятий девочки-кошки. Помогите! Внимание! Агрессивные феминистки выбрались на свободу. Просьба всему персоналу явиться для получения своего персонального гроба. Ты кого агрессивный назвал? Вперед, девочки! Вместе мы разрушим патриархат! Дорогая, ты уже закончила шопинг с подругами? Я тут с Васяном пивка попил, ты ведь не против? О, как ты прекрасно вы... Ааа, мои глаза! А ты куда? Я не показала мой новый маникюр! Нет! Девчонки, записывайтесь на ноготочки. Заставляйте ваших угнетателей падать только от вашего прикосновения. Главная феминистка освобождена. Просьба всем одеть свои похоронные костюмы. Надеть! Вон, кстати, твоя вертушка пролетела. Но прежде чем ты отправишься туда, ты должен перезагрузить мой Wi-Fi роутер. Он уже какой час загружает 300-ю серию Ворониных. Я не программист и вообще далек от всех этих гаджетов. Не волнуйся, я расскажу тебе один большой секрет, который дает всем этим программистам их нечеловеческие суперспособности. Да, просто выключи и включи. Я думал, айтишников учат колдовать, чтобы чинить роутеры. Обычная перезагрузка решает большинство проблем. Ну вот, а я-то думаю, почему вся техника, которой я притрагиваюсь, сразу же ломается. Да! Ты что наделал? Я просто его включил. Как ты мог спалить его через простой перезапуск? Ну слушай, зачем тебе вообще эти воронины? Выйди на улицу, погуляй нормально, как твои сверстники.
Плохой пример. Да, согласен. Я чую угнетателя. О, господи, убей! Убей эту тварь! Пускай газ в коридоры, но убей ее, боже правый! Успокойся, это же женщина! Женщина? Вы что, совсем там обдолбались со своим бодипозитивом? Это гребаная тварь! Боже, это уже не клоунада, а самый настоящий цирк! Дружище, такое нельзя говорить! Я сам ее застрелю, если ты не хочешь! Ты не заслуживаешь жизни, сексист! Ладно, она мертва. Не забывай, на всякий случай, тебя... Я говорю, она мертва, кадет! Перестань стрелять! Черт, боже, ее тело, перестань! Ну что, одноклассники, нормально на вписку сходили, да? А где эти ваши прославленные шкуры, а? Ты реально больной человек. Добро пожаловать в лучший однозвездочный отель этой деревни. Пивное сусло. Жертвам радикального феминизма ночь и напитки бесплатны. Прошу наверх, вас там зарегистрируют. Говорят, что громко сказав определенные 4 слова, можно призвать феминистку в любой точке мира. И что это за слова? Существуют только 2 гендера. О боже, что ты наделал? Помогите! Помогите! Да ёб твою налево, только не снова. Таня, я не буду твоим парнем, я не хочу встречаться с ненормальным. Они все прут и прут, выпустите меня. Хотя с другой стороны все не так плохо, я очищаю мир, а мне потом еще медаль дать могут. Господи, откройте лифт, я не могу так больше, помогите. Угнетатель. Вертолет прямо впереди, беги, просто беги, не оглядывайся. Да. Спермобак, сексист, ты не уйдешь от нас живым. Иди сюда, сладкий, мы с тобой поразвлекаемся. Нет, боже, пристрели меня, пристрели! Привет тому, кто досмотрел это видео до конца. Сейчас прозвучит небольшая просьба. Если вам понравился этот ролик, то поделитесь им, пожалуйста, с друзьями и оставьте лайк под ним. Этот формат очень экспериментальный для нашего канала, поэтому мы не уверены, стоит ли нам его продолжать. Заранее хочу сказать огромное спасибо.